продолжаем ученики и учителя нашей школы. Я Карина, моя коллега Карина, расскажу вам о новостях за прошедшую неделю. Неделю назад состоялся школьный кинофестиваль, в котором приняли участие ученики 6 по 11 класс. Каждый класс снял фильм на тему поколения евро в Латвии, но самым лучшим фильмом оказалась работа Егора Жарикова. Также прошла конференция 100 вопросов старшеклассников, во время которой девятиклассники могли задать вопросы старшеклассникам, касаемые их дальнейшего образования и сдачи экзаменов. Сейчас мы передаем слово нашей коллеге Дине Левиной с рубрикой «Вопрос X». Всем привет! С вами рубрика «Вопрос X» и я ее ведущая Дина Левина. Сегодня мы спросим у учеников нашей школы, что такое любовь. Ну, любовь – это девушка. Что? Вы мне нравитесь. Серьезно? Нет, я пошутил. Чего? Или девушка? Я слушаю. Вы некрасивая. Ай! Ну, как-то так. Когда два сердца соединяются вместе... Это дружба и отношения. Когда люди очень хорошо общаются. Любовь — это когда вот и в общем, любовь — это когда кто-то любит друг друга. В нашей школе состоится дискотека, где вас ожидает отличная музыка и общение с залом с помощью интерактивного чата, а также визуальные световые эффекты. А сейчас мы хотим попрощаться с вами и пожелать удачного проекта на день.